вооруженные силы Республики Азербайджан, они взяли под контроль Шушу. И как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, по-моему, вчера, он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. И возможно было взять и Степанакерта, и дальнейшее движение. Поэтому в этих условиях, именно, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия.